сказать, что даже после норвежского камня мне здесь реально очень страшно. Вот прям очень. То есть вот вниз смотреть совсем не хочется. То есть тут ну просто вот высота, и все это вот буквально на каком-то клочке земли. Сейчас идет и скользко как-то, и ветер еще есть небольшой, но блин, виды конечно обалденные, просто ну, там внизу где-то плещется море. Блин, у меня реально ноги дрожат, это капец, это просто страх какой-то безумный. Я пойду отсюда побыстрее, по добру по здорову.